Всем мяу-мяу! Меня зовут Вилана. Сейчас я буду показывать распаковку моей новой куклы Торо-Ляй. Так, начнем. Открываем вот здесь. Торо-Ляй написано. Сейчас вот так сделаю. Вот так, вам видно будет. И открываем. Собираем вот эту Торо-Ляй. Надо еще по бокам открыть. Вот так. По бокам. Вылезла инструкция. Ну, я ее открыла. Так. Я ее уже почти раскрыла, как видно. Коробку я откладываю. Вот. Торо-Ляй. У нее залокированы волосы. Ну, наверное, я ей потом их отлокирую. Талию. Сейчас тут от головы надо отцепить одну штучку, тут вы знаете, если у кого есть Торо-Ляй. Пока посмотрите на заднюю картинку. Вот. Осталось 13 обувь. Все. Торо-Ляй я уже вытащила. Ой. Сейчас вытащу подставку, чтобы ее подставить на подставку и вам показать. Очень красивая она. Вот здесь хвостик ее. Вот. Ну, начнем вытаскивать ее вещи. Хорошо, сейчас вытащим. Я могу просто так вытащить. Расческа. Черного цвета. Вытащим подставочку сейчас. Я вам подставлю ее пока на подставку. Сейчас я подставлю ее на подставку, но вот. Ям. Но чтобы подставить ее на подставку, надо ей хвостик оторвать. Ну, не оторвать, наверное, некоторые знают, что у нее для хвостика есть специальное отверстие. Просто с хвостом ее тяжело ставить на подставку. Очень даже. У кого она есть, те знают. Сейчас я вам подставлю, просто тут не видит. Вот. Как ставишь, не видит. Красиво очень, да? Сейчас я буду с коробки вытаскивать ее сумочку и зверька. Пока. Смотрите. Саблезубый тигренок. У меня осталась только сумочка. По-моему, ее выкинуть. Так. Вот. Все, сумочка. Я откладываю. Теперь я индивидуально покажу ее вещи. Это ее хвост. Тигренок. Шарфик у него еще тут.
сумочка. Она не открывается. Простая. Черная расческа и дневничок такой, перляй. Вот, сейчас прочитаем немного. Обо мне. Имя Тарыляй, возраст 15, но это еще не только моя первая из 9 жизней. Родители – монстры, кошки-оборотни. Кошки-оборотни, убийственный стиль. Я предпочитаю мур-наряды, ну, кошачьи наряды. Красивая она очень. Сейчас будет для вас сюрпризик небольшой. Мяу, я Тарыляй. Всем мяу-мяу.